Итак, ребята, мы с вами будем тестировать игру расширение 2К на видеокарточке 2080 Ti, процессор 9 серии, 99 200K, 8-ядерный, 16-поточный. Давайте пройдемся с вами по настройки видео. Покажу вам. Ну вот видите, в окне сейчас мы сделаем полный экран. Принять, чтобы он у нас полностью запись игры шла полностью в FPS. У нас, видите, 116 FPS. В окне полный экран. Принять. Вот. Значит, тестировать. Смотрите, с левой стороны у нас расположены, значит, в самом низу это FPS, потом слева, видите, 14 гигабайт памяти выделено. 14 гигабайт памяти это выделено. Дальше 24 гигабайта, ну, как бы с запасом идет. Значит, давайте посмотрим поле зрения, масштаб. Вот, смотрите, ультра графика включена, ультра высоко, все ультра, все на высоких. Ну вот что-то не получается у меня сделать полный экран. Так, дальше. Ну, давайте с вами продолжим игру, просто посмотрим, как отображается. Значит, частота процессора 4,7 ГГц, как вы видите. Так, теперь смотрите, сколько памяти выделено. 4 мегабайта, третья строчка. Вот, ну давайте посмотрим, как себя ведет. Вот, 4,7, значит, загрузка, смотрите, в самом верху это загрузка видеокарточки. 67 градусов. Так, 76 это выделено процентов загрузки. FPS, ну 100 FPS, в принципе, нормально. Так, и так мы видим загрузку где-то 100 FPS у нас. Загрузка видеокарточки 68 градусов, 98%. 4,7 ГГц, но я это процессор не разгонял, он у меня по максимуму идет. То есть я не стал ставить 5 ГГц. Температура процессора 58-60, это вот видите, первая строчка. Дальше температура
51 градус, 4,7 ГГц. Представьте, всего 4 ГБ памяти у нас используется при 11 ГБ самой видеокарточки. Ну вот видите, когда в спокойном состоянии 100-107 FPS. Это все на ультра, с учетом того, что все это на ультра и 2К монитор ультра. Ну вот 107, видите, FPS. И видите, как интересно, памяти выделены 14 гигабайт используются, а выделены 23 гигабайта, то есть с запасом. Мощность, видите, 70 ватт мощность процессора. Загружен у меня на 4,7 гигагерц. Ну и памяти видео, видите, 4,3 мегабайт, не так и много видеопамяти используют. Но видеокарточка греется, видите, 70 градусов, то есть это, в принципе, нормально. Вентиляторы справляются нормально. Частота 6,8 МГц, частота памяти, 1890 МГц, это частота самого ядра, видеоядра, видеокарточки. Сейчас посмотрим, в каких динамических сценах здесь пройдем вот еще одну сцену, как будет себя вести процессор и карточка. Ну так, видимо, FPS чуть-чуть проседает, но, в принципе, это не страшно. Ну и так, это был небольшой тест видеокарточки 2080 Ti процессора i9-9900K. Видите, как загружается видеокарточка и процессор в игре Rage 2. У меня, я оставлю ссылку в описании, у меня будет ссылка в описании Rage 2. Я там немножко начал проходить, но потом запись игры будет уже, прохождение вот этого. Ну и там, может быть, процессор немножко разгоню на 4,8, в принципе, гигагерц. Поэтому там посмотрим, там может быть будет по чуть-чуть по динамичке игра, ну хотя может быть и